Макарушка, блин, вот у тебя гости. Уже какой раз. Макар все дырки под креслом запечатал подушками. Ему надоело лазить за мячиком. Мы играли в стаканчики. Вон те стоят. Но стаканчики нам надоело. И теперь Макар поставил вазу. Он сказал, так будет сложнее. И, в общем, будем сейчас попадать в эту вазу. Ну, я не знаю. Это... Я два раза попала. Макар тоже. Макар, сколько три. Раз? Ты три раза попала. Ну что-то больше, я думаю, у меня. Ну, Макар, ты меня трясешь. У меня не получается. Макар тут мне игру придумал. Пока я монтирую, он тут меня не отстает. То он мне стаканчики заставлял играть с ним. Вот эти теннисные мячи закидываешь в цветные стаканчики. Теперь стаканчики ему надоели, он нашел вазу. А Асе не даем, чтобы она мячики брала, так она свой приносит. Забирай у нее, она принесла тебе. Давай с ней. Ну, Ася, давай он тебе кинет. Вот ты хочешь, чтобы я? Ну, давай. Ну, тогда отдай. Я не буду тогда Ася. Играть. Ася! В руку ей надо прям, в руку. И не отдает. Ну, ну ты определись уже, да или нет. Все. Мы ей не разрешаем мячики трогать, так она свой зеленый принесла. И хочет, чтобы я его в вазу кинула. Но иногда не отдает, а вот так просто дразнит меня. Ой, левой рукой что-то мне неудобно сунуть. Ой, я посмотрю. Не-не-не, не трогай. Я два раза попала, Макар тоже два раза попал. Ася, ну ты сама виновата. Давай я кину твою штучку. Ой, и хочется, и колется, и мама не велит, что называется. Ну давай. Чего ж ты пляшешь? Мама попала. Ай, Макар, зачем на лицо? Макар говорит, это мой Стэнли Кап. Это ваза. Бегал тут по всему дому. Так, я прикинь, еще левой рукой попал. Опять она мне ее принесла. Красавчик, Макар. Давай. Макар, ставь на место вазу. Ты разгрохай еще мне ее, ага. Это, говорит, мой Стэнли Кап. Давай, ставь. А сегодня... Они мне не дадут сегодня. Я сегодня влог выставлю поздно, потому что у меня тут отвлекающих маневров куча. Ой, моментов хотела сказать. Не маневров. Давай. Смотри, какой у меня есть. А Макар, ну не прошу, ну ничего ты делаешь? У меня же телефон дергается, как ты прыгаешь. Нельзя. Молодец. Раньше все мячики жевала, конечно. Сейчас перестала брать. Подставь, я теперь Асину кину. Поставь. Она просит, чтобы ее кинули. Ой. Метр от вазы левой рукой просто. Так бы мячики ко мне назад приходили... Макар, ты уже намострячился, надо дальше ставить вазу. Так, дайте-ка я руку поменяю. Ой. Ой, нет, у меня ничего, все по краю. Асина, вот игрушку сейчас попробую, подожди. Подожди, Макар. Есть! О, выпала, представляете? Она тяжелая, ее легче кидать, чем вот эти шарики. Нет, у меня ничего не залетает. Мишелька тыкву связала. Лежит та недовязанная большая, уехала. Так, все оставила. Ой, у меня выскочил сына. Да, он еще не так. Так, Ася мне принесла снова свой мячик. Попробуем. Нет, перелет. Тут два мячика. Ну, в общем, видите, да, наш досуг. Ой, Макар, у тебя почти попало. Ты ударил его, и он весь. Да, это еще я виновата оказалась. Давай. Ой. Она мне не дает. Ася, ты дурная. А заберет, потом положит, опять заберет.
Макар-то пришел. Отвлек ее. Нет, ну подожди, я ж тебе кину. Макар, ставь вазу, я буду ее игрушку кидать. Не бери, не бери. Видите, с нашим мячиком лежит ее. Она пытается меня. О, опять выскочила. Что такое? Все, да, мы все другую поставили. Мишель с такой воронкообразной, видишь, горлышко. Я уже два раза Айсин закинула и два раза свой мячик. Блин. А это с ума сходит, она мне вот заталкивает, заталкивает носом. Сейчас, а сегодня сейчас, давай. Не, перелет. Сори. Давай. Давай. Давай в руку мне ложи. В руку клади. Давай, давай, давай. Ну. Она скользкая. Макар мне принес мои мячики, пока ты думала, я же своими поиграю. Давай. А как-то Асина легче в вазу залетает. Давай. Ой, короче, все, у меня уже этот мишень сбилась. Мишель, а как погостила? Отлично. Понравилось? Мы приехали в Home Depot. Нам нужно сдать крепежки для зеркала. Потому что мы заказали другие, которые нам более подходят. А эти вернем. Сейчас идем. Я даже не знаю, что, зачем я начала это снимать. Мы внутрь особо не собираемся сдать. Там это дело 2 минут. Но... А вдруг что-нибудь интересное нам подвернется. Я цветочки пока посмотрю. А, сори. Да-да. С красненькой. Какая красота. Я даже не знаю, как они называются. Но очень красивые. Называется премьер планта куркума. Нифига себе! Это куркума, представляете? Что, рили? Она так цветет? Flowering ginger. Цветущий джинджер. Ничего себе. Вот это да. $29 стоит. $29.98 каждый горшок. Очень красиво, конечно. Вот это вообще прелесть. Они вообще не пахнут абсолютно ничем. Получается 1, 2, 3 цвета. Красота. Так, где мои девочки? Там стоят. Пойду посмотрю, что они там делают. Нам сегодня уже надо пораньше спать лечь, чтобы завтра в 5 часов утра нам встать. Была возможность. И поехать в клинику. Чё? Всё? Домой? Отлично. Да я не знаю даже. Мы с тобой хотели что-то посмотреть или нет? Макар заказывал скотч, кардборд и еще что-то, но я ему сказала, что завтра ему будет это делать некогда. Зачем? А послезавтра, может, он уже передумает. Зачем? А, Ева, подожди, посмотрим эти. А, я посмотрела, это куркума, прикинь, цветущая. Я вообще обалдела. Я хочу посмотреть эти штукенции гардеробные. $137. Это получается размером Мишелин, да, этот шкаф? Не знаю, дочь. Не знаю, не знаю. Мне кажется, вот эти вот очень мелкие, да, шкафчики будут совсем вот такие мелкие. И по высоте, мне кажется. И по высоте, да, совсем маленькие. 5, 5. А, это. Прям вообще маленькие. 1.50 м, 3.05 высота. А, это нет, ширина от 1.5 до 3, а высота... Ниже меня даже. Ну как она может быть такой низкой, или что? Не знаю. Не написано. Ничего себе. Пойдемте дальше. Ой, дальше куча вот этих железных полок, которые я ненавижу. Это что такое? Такое раньше не видела здесь. Они так упаковываются, стали набором. Это
Это все эти пластиковые боковинки. О, ну да, блин, вот как бы ты, не знаю, вот как мне их не хочется, вот мне не хочется, да, реально, ну очень неудобно. Очень неудобно. Такие шкафчики. Ну, короче, надо делать либо на заказ, либо покупать в Икее шкафы просто, как мы Евушке купили, ну, да, Ев? Икея, да, очень удобно. Но единственное, что ты там размерами должен, ну, под некоторые размеры подстраиваться. Вот эти полки тоже красивые, да? У нас, кстати, вот такие крепежки остались от некусенных полок. А полки сами, я не знаю, где мы их выбросили. Мы с тобой же их там про это просверлили в нескольких местах. Не мы, а я. Говорите честно. Не мы, говорит, а я, Евушка. Папа пришел в шоке, помнишь? Как можно было так повесить, да? Да. Папа был в шоке, но он их перевесил, они потом хорошо держались. Да, как-то их заклеил еще. Ну. Как-то получилось. Когда руки оттуда, откуда надо, все быстро получается. Но мы с тобой учились, тогда мы с тобой только учились, доча. Я даже не сказала, зачем короткие, зачем скучные. О, белые кепки какие. $19 кепочка. Гольфистская. Че, все, выходим? Мне ничего не надо. Зачем? Мне тоже ничего не надо. Коробки. Посмотрим сезон цветов каких. Сходим. Макар строит себе дом из коробок. Макар строит дом из коробок. Че, зачем? Вот, вот такая мебель у нас тогда была у Алены, да? Нет, там был стеклянный стол. Ну, стол только, да. А вот кресла очень похожи были. Не знаю, мне такой не очень. Я бы диван хотела, наверное. Диван? Ну, хотя, просто у нас получится, что два стола прям. Угу. Через окно. Нет, да я бы тоже стол хотела, когда мы уже продлим бетонную часть вот эту. И вообще вот газебо такое хочу, очень красивое. Блин, даже? Еще забор нам надо изменить, да. Да, надо сходить, спросить, как он им лучше позвонить. Ну, он им не звонил. А он то они сейчас... Да, он их поймал вживую, реально, он их не звонил. Я вам расскажу дома потом, что у нас с забором. Нам забор неправильно установили. Мы это поздно поняли, но поняли, главное. И теперь... Сосед первый понял. Да, первый понял сосед, потому что он начал строить бассейн. Вот, и уже благодаря ему и мы догадались, что у нас все то же самое. Дома вам покажу подробнее. Ой, что-то тут так жарко. Ужасно жарко. Мне кажется, на улице не так жарко. Ой, смотри, какие сейчас оранжевые. Красивые цветочки. Они уже, по-моему, отцветают. Суккуленты всякие разные. Лантана. Здесь сейчас только в ноябре начнется сезон, как весна. Когда все начнут высаживать рассаду, помидоры, там баклажаны, перцы. В ноябре, наверное, они на рассаду садят. Когда холодает как раз. А в феврале она, по-моему, начинает уже плодоносить. Мы хотели посадить, уже нету? Нету, уже все другое совсем. Ассортимент, смотри. Можете купить где-то. Да? В декабре будет. Смотри, гацания какая. Ну вот я думаю, что это гацания. Дочь, мы с тобой тогда гадали, так и не нашли. Посмотрите, как называется эта штучка. Может, она и не гацания. Похоже, просто солнышко такое же. Цветок покрывала? Окей. А, прикольно. Прикольно. Покрывалочный цветок. Ой, это пентас. Вот пентас тоже классно. Он такой кустиком потом растет, цветет. Смотри, трех цветов он. Вот. Тоже блин, эти были красивые, эти мы их не купили сразу. Да, они зато уже бы отцвели, доча. Уже бы надо было менять снова. Ты какой вспоминаешь? Колиус или какой? Вот это, смотри, персидский шилд. Это шилд, это ставни, что ли? Что такое шилд? Это как этот... Занавес, типа. Короче. Да. Красивый. Это такой блестящий он.
На Колиус похож, но это не Колиус. Ой, короче, смотри, везде только этот Пентас. У меня горло болит жутко. Вот, доча, Колиус, смотри, он остался еще. Просто уже свежие кустики. Те были крупные такие. Это, видишь, свежие. Вот лимонный, кудрявый. Вот этот фиолетовый мы с тобой тогда смотрели. Красного только нет. Остальные все есть. Нет, я не про это. А про какой? Про фиолетовый? Три вида было. Белый, фиолетовый и розовый. В одном цветке высокие такие. Ага, теперь я тебя не поняла. Моя очередь удивляться. Были. Был чисто темно-фиолетовый, был тройной цвет трех цветов. Нет, вот такого было, только повыше. А, вспомнила. Это травка была, это не цветок был. Нет, а, да, как же она? Блин. Не мох, а еще есть как? Блин. Он такой стелится, короче, не это. И цветет. Да на выход. Тут что-то жарко и неинтересно. Давай здесь, да. Доча, я теперь не могу вспомнить название. Но я поняла про что-то, ладно. Нет, Колиус это вот эти зеленые, красные листики. Ну ладно, бог с ним. Вообще я Еве сказала, деньгами поливать я не хочу растения. Надо сначала сделать скважину, а потом уже, чтобы был полив. Более-менее бюджетная, а потом уже поливать. У нас, блин, одна трава полив, 300 баксов в месяц выходит. Поэтому, если сейчас еще сделать огород, я потом буду думать, что у меня из шланга монетки сыпятся. Ну, надо сделать нормально. Либо скважину, потом уже что-то сажать. Либо траву убрать, уменьшить площадь. Меня оно бесит. Ага, а оранжевые эти, апельсины, лимоны, да? О, прикольно, такие горшки классные. Офигеть, апельсины. Уже апельсин висит, видите, у Мишельки в руках. Ну-ка, Мишель. Вот он. Возьми в ладошку, как он тебе помещается. О, обалдеть. Сколько они стоят? А вот висит, смотри. Короче, везде уже есть по одному. Да. Плодику. По и одному уже есть. Лимонов мало. Так цветет, ага. Лимоны вон стоят все, дочь. Вон целый мне этот. Не видно. Переживал, что ты ему где-то тут подкинешь. А, вот такая, как у нас дома. Мы посадили возле входа точно такую. Евушка, смотри, как наша. Да. Нашу уже подстригать надо. А у соседей у нас вот такая двойная, вон та, да? Да. Почем они? Не, вот напротив которой. Не у наших прям соседей, а помнишь, возле гаража они две поставили? Вот такая, я тебе еще сказала, пропадает одна. А, они искусственные? О, ё-моё, с моим зрением я прям не разглядела даже. Ничего себе. А это кто? А это кто? Тоже что-то цитрусовое, наверное. Шраб, не знаю, да, ну все, пойдемте. Домой. Это кротон. Кротон. У нас дом больше такой раз, где мы снимали дом. Кротон? Кротон, да. Кротон. Ну. Аллергичный. А ты у нас вообще аллергичный товарищ. Ничего не трогай, что не знаешь. Все, едем домой.